Идем дальше. Так, у меня почка, много хп, много дамаги. Curse of the Blind. Губки. Вау. Офигеть. Вот это стар. Губки, имба. ХП много, статов до хренища. Просто статов, как будто он, блин, обожрался грибов магических. Диарея. А губки это вообще четы. Смотрите фокус. Ну, не получилось, ладно. Всего одно сердце, чё так мало? Давай еще. Так, давайте вот так сделаем. Это не Excel, надеюсь? Нет. Сейчас я соберу их в кучку. Давай так. И дропну еще одно сердце. Это губки. Это читерные, черт возьми, губки. При касании шанс, конечно, намного больше, но и при обычной стрельбе тоже шанс немалый. Так что в итоге у меня сейчас будет просто колоссальное количество черных. Черных, как негритята. Даже еще чернее. Ау. Он меня задел. Я получил даже больше, чем потерял. Губки. Они такие. До скольки будет стрим? Я что, знаю, что ли? Отстань. Наверное, это будет последний. Или следующий последний. Где-нибудь так. Ключик на золотую. Если вы что-то на стриме пропускаете, не беда. На ютубике видео каждый день появляются. И там самые лучшие забеги. Если вам стрима не хватило, то добро пожаловать на ютубчик. Конечно, это не полноценный стрим, нельзя написать просто в чат. Но там самое отборное. Бомбочки. Ролики 1001. Не, я не все залил. Просто я... Мне казалось, что они как бы вырежутся. Я их не скачал.
Это там очень долго. В итоге там только начало, первые там несколько часов. Остальное все на Твиче. Под этими видео там ссылочки есть на полный повтор. Причем на Твиче еще и чат сохранился. В чате там не менее интересные вещи происходили. Я выкину эту тринку, потому что отравление с нее перекрывает отравление с губок, и черное сердце не падает. Да, я полностью прошел за раз, если можно так назвать. Частично за раз. Не останавливая таймер. Капа. Дес недавно сделал сегментированный 3 дня. У него там что там, я не помню уже. Около 40 часов, что ли? 36 или 38. Что-то такое, короче. Так, терзавчик. Метка. Да, тебя я возьму. Для конжона. И пошли дальше. 33 даже? Фигась. О, теперь у меня статов до офигища. Мне и так их было много. Сейчас еще больше. Локап. Больше прока от зеленых губок. Где мои ключи, слышите? Ключи дайте. Издевается. Они не имеют контактного урона. Их можно касаться и... Они будут отравляться. Ключи! Я хочу ключи! Как меня сейчас не задело? Понятия не имею. Каким-то образом я избежал урона. Так, один ключ есть. Еще я в магазин бесплатно попаду. Хорошо. А, это не магазин. Лол. Какой это этаж? 3-й, да? Health up. Чекнем эту штучку. И книжку с собой. Infested? Она явно полезнее, чем ямфар. Да, блин, когда эта штука пропадет? Бесит. Уж мне не надо. А вот это я чек. Через шипы можно было. Ладно, не важно. Петус. Да. Книжка мне уже орбиталку как бы дает на этом этаже. А сердца у меня и так
в огромном количестве из-за губок. Так что книжка особо-то и не так уж полезна сейчас. Аки. Лол. Богатая сделка. Это был последний ключ. Ну ничего, у меня хвоста гапи нету в этот раз. Должны упасть. Хотя бы один ключ. Сразу же ее убал. Шикарно. Секретка. Чуйка. Не подводит. Это уже не чуйка, это... О, кстати, у меня... Инкуб появился. Почка дает результаты. Секретка. Я вчера с Лементопом играл в трон. Вне стрима, разумеется. У нас был такой упоротый забег, он за Планта, я за UV, мы взяли задницу, не было триггеров, но был этот, как он там, вены были. Вижу я УГЛ, хватаю я УГЛ, рук у нас нет, но он с мечом ходит, потому что лазербрейн. Хватаю УГЛ, стреляю с правой кнопки, создается черная дыра, его туда всасывает. Я, разумеется, уже ничего поделать не могу. Потом меня всасывает туда же. Мы все взрываемся. С нами взрывается все остальное. Да, это был веселый забег. Потому что я его взрывал тонну раз просто. С этого УГЛ. Серьезно? Нормально. Ну, потом уже договорились, что у него есть меч, то он просто отталкивает их. В бейсбол играли. Я стреляю 4 выстрелами, он сразу же мечом так пью туда. Что такое уголь? Уголь в троне — это уголь в троне. УГЛ. Масочка. Еще у нас вчера тоже еще один упоротый забег был.
за стероидов с четырьмя сплинтер-пистолами. Черт возьми. Такого дождя осколков я еще никогда не видел. Мы просто... У нас задница была, лапка, плутониум, бэтмюсл и, собственно, ультер на эти патроны. Мы оба просто не отпускали обе кнопки, и патроны были на 99 постоянно, нескончаемые. Это реально жесть. Только нас расплющило тонну снайперов, но это не важно. Потому что мили-то не было. Найс. Ликвиды — это очень хорошая штучка. Она реально много дамажит. Неважно. У меня все равно полное хп. Это будет долго. Это будет реально долго. Но оно того стоит. А еще у меня Little Brim появился. Может, еще кто-нибудь появится, потому что я еще долго-долго буду дамажиться. У меня козлика не было? Я не помню. Чё, я не играл в нового Исака? А, это ты не играл. Я случайно увидел вместо не Нео. Бывает. Как ты-то не играл? Давай играй. В отличие от старого, это просто чудесная игра. Даже в отличие от Реберса, блин. Он колоссально отличается. Так, подождите, я сейчас сольюсь, у меня останется один. Я сейчас вернусь туда, у меня останется один там. Я сольюсь там, и здесь я буду тенью. Значит, мне надо выйти, взорваться здесь, и тенью стать в сделке. Да, все правильно. О, и суккуб. Перфекто. Перфекто. Давно не новый, да, плевать. Для кого-то он уже еще новый, потому что он просто не знал или там. Просто был в танке или еще что-то. Неважно. Где мой полет? Полета нету, потому что у меня есть красный контейнер. Окей, это можно исправить.
Ну, этому Айзеку от Берсу почти год. Первому 2 года. В смысле, их Берсу. Да и вообще, на сосолях Автоберс вышел буквально месяц или два назад, недавно. Для них он в новинку. А как мы знаем, консольщики живут просто в другом мире. Губки с жидкостью, почему бы и нет? Жидкость — это же не яд. Она не отравляет. Она только дамажит по земле. Это не отравление. А вот если отравление взять, то губки будут хуже работать. Из-за него. Брест. До свидания. Что-то я Little Brim'ом даже не пользуюсь. Ну, сейчас бесполезно. С таким-то уроном. Я даже на Bolt Rush успеваю? Да ладно. Даже. И что у нас там? D6. Окей. Забавно сейчас получается. То есть я сейчас каждые 3 волны буду смотреть, что выпадет дальше. Фигня. Я думал, сердце уже умерло. Бамбо. Ну, бамба, не знаю. Нет, наверное. Вот эта тема. Вот эта тема. Вот эта тема. Бамба пожертвовал собой, чтобы мне выпало это. Да. Стоило того. Ладно.
Майя Марш, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Офигеть. Ой. Я не увидел даже. Блин, хватит эту темноту насылать, игра. Аирдрели? 228. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Там ключик упал, да? Кристофер Франс. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать и тебе тоже. Всем привет. Эу. Выходи оттуда. Гаппи. Это, по-моему, вторая часть, да? У меня была духовая кошка, это вторая часть Гаппи была. Чтоб дову. Если я стану сейчас еще и Гаппи, это будет просто бомба. Это будет круто. Так, я, пожалуй, тринкет сейчас выкину. Потому что может выпасть часть Гаппи, а точнее голова. Если она не выпадет из-за того, что у меня этот тринкет, будет обидно. Так что перед открытием сундуков или сделки, я его буду выкидывать. На библиотеке он не действует, очевидно. Однако я могу чекнуть все это. И заролить. А давайте упороться. Да, если книжки не чекнуть, то они будут повторяться. О, да. Holy shit, вот это садомия. Золотой ключ. Ну, это уже могла быть часть Гаппи. Почему это именно эта башка? Я знал, что так получаться будет, но черт возьми. Пирог сейчас слишком хорошо подходит. Так, все, выкидываем. И смотрим на часть Гаппи в сделке. Я надеюсь.
Жаль. Жаль. Так, я, пожалуй, сейчас заролю библиотеку еще раз. Надеюсь, мне хватит тут комнат. На самом деле не хватит. Мне осталось всего две. Печалька. Печалька. Ну ладно. О! Окей. Окей. Еще и карта с вопросом. Но подождите. Для начала я хочу чекнуть эту книгу. И пройти эту комнату до конца. И еще одна батарейка. Что-то поперло вообще. Ща паролем. Среднячок. Как это будет? Они просто увеличиваются. Да. То есть они обычно дугой такой, ну, скобкой. Причем реально скобкой. А эта мистическая жидкость, она препятствует. Она выше по приоритету отображения. И вот так вот получается. Что вроде дамага не уменьшилась, не изменилась. Пробой. Пробой. Хотя зачем? Зачем я взял пробой? И правда, зачем? Ай, неважно. Все, пошли на хаши. А то вообще опоздаю. XXL чупа-чупс. Да, он огромен. Я вообще столько уже времени чупа-чупсы не жрал. Помню, мне очень сильно нравились не XXL, а как же они назывались? Почти XL. XL, по-моему, называлось. Он, короче, такой яйцеобразный, и там жвачка внутри была. Им хрустеть было очень приятно. Карамба 0079, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Так, снова эту фишку сделаем. Не важно. Ну давай, Гаппи. Фак. Это не Гаппи. Нож мне все испортит. Ноги тем более все испортит. Ну ладно. Окей. Лула. Нет. Это он есть? Не-не-не. XXL, он такой круглый. Ну, по крайней мере, блин, я очень давно не видел их вообще в магазине. Так что могу ошибаться, но тогда они были именно такими. XXL был таким круглым, широким таким, прям круглый. А тот, про который я говорю, был яйцеобразный, вытянутый. Эллипс. Такой звон. Монетки падают, 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 падают. Сюда бы еще пакетик на голову.
А помните, однажды у меня то же самое почти было, только... Что же там тогда было? У меня не было пакетика, но была башка кипера, и монетки сыпались, места в комнате уже не было. Не было взрывов, чтобы они сбивались со своих позиций. И в итоге начали падать не монетки, а уже сундуки там всякие, ключи. Это было внезапно. Фиг его знает, как это было, но такое возможно. Видимо, когда места совсем нету или игра просто поломалась. Офигеть, вот это дамага. А может мне еще экстену пустят, а? Я буду только за. После стрима и в раннеров поиграем? Нет. После стрима будет осу и все. А вы уже сами между собой играйте. Во что хотите. Только уже без меня. Чего случаем не луда было? Че? А по-русски можно? Так, босса нашел. Но мне сейчас надо другую комнатку. Такую с шипами. Эрми, спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Так, погодите. Сначала выкинем. Ну, это не часть гадки. Что ж ты так делаешь? У меня выпало в этом забеге из сундуков почти все, что только можно. Почти все, что только падает из них. Но, черт возьми. Не повезло. Дровосек, спасибо за фол. Добро пожаловать. Ау. Так, ну ладно. Можно валить дальше. Привет! Ну, пока. Ухажа с головой кипера, когда сумки не валились... А, валились вместо монет, был не луда? Я не помню. Я точно помню, что они валились, но я не помню, что у меня было за атака. Что у меня с конжонат? Один предмет конжонат у меня есть. А, два. А какой еще один, подождите? Сушеный. А, у меня здесь Мэгги. Вот здесь прям на первой позиции. Ну теперь у меня в 3 раза больше дряни. А давайте мамин глаз. Почему бы и нет? А, жесть! Жесть! Ух,
просто жесть. Как бы себя еще не убить пирогом-то этим взрывающимся. С модами? Я в моды не играю. Моды бе. Плевать на кинжал. Где там батарейка? Все, последний ролл и двигаемся к боссу. Уже не возвращаемся. Это тупик. GB-баг. Это тоже тупик. И тоже сундук. Нехо-хо-хо-хо. Да. Сурово. Я вернулся в стартовую комнату. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть, я сказал. Да, детка. Шакалы атакуют. Диди. Победа.